В Париже прошел ежегодный вертикальный забег на Эйфелеву башню. В нем приняли участие чуть более 100 мужчин и женщин, как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе бегуны с ограниченными возможностями. Подобные вертикальные гонки проводятся во многих странах. Наиболее популярный из них – забег на нью-йоркский небоскреб Empire State Building, который проводится уже более 30 лет. В Париже такое соревнование начали проводить относительно недавно, 2015 года. Однако забег по самой известной достопримечательности Франции становится все более популярным. Участие в нем принимают бегуны не только из Европы, но также Америки и Азии. В этом году самым быстрым среди мужчин оказался Петр Лободзинский, спортсмен из Польши. Он смог покорить «Железную даму» за 7 минут 53 секунды. Среди женщин первой оказалась бегунья из Австралии Сьюзи Уэлшем. Ее забег на высоту занял чуть более 10 минут.